time has come for Earth to suffer. Yet you mortals think your heroes can protect you. How foolish you are. Ooh, very theatrical with the lightning and everything. He is the god of thunder. It's sort of his thing. Жила-была на свете одна фирма под названием Traveler's Tales. Занималась она всякой ерундой. Игры по Сонику, истории игрушек, Микки Маусу и тому подобными лицензиями, пока не настал ее звездный час. Звездным он был в буквальном смысле, потому что в 2005 году эта компания произвела на свет для тогда еще живой студии LucasArts игру по новой трилогии Звездных войн под названием LEGO Star Wars. Пародию на первые три сезона саги очень тепло встретили, и с тех пор жизнь TT Games резко изменилась. Они стали главными поставщиками LEGO игр в мире. Оригинальная трилогия Star Wars, все части Гарри Поттера, две игры по Бэтмену, Индиана Джонс, Пираты Карибского моря и Властелин колец – все самые крупные проекты Голливуда находили свое отражение в пародийной вселенной детских кубиков. То же самое произошло и с супергероями вселенной Марвел, хотя здесь есть несколько нюансов. Традиционной концепцией LEGO-игр является высмеивание оригинальной истории фильма, но тут авторы решили расширить границы. Сюжет основывается на ужасной ленте о Фантастической четверке, когда Серебряный Серфер, посланник питающегося энергии других планет Галактуса, находит своему повелителю новую еду в виде планеты Земля. После небольшого инцидента Серфер теряет свою могущественную доску, на которой он летает по космосу, она разбивается на несколько космических кубиков, и за ними начинается охота. С одной стороны выступает Ник Фьюри, вызвавший уже как знакомых всем Мстителей, так и новоприбывших, но от этого не менее известных героев вроде Человека-паука или Росомахи, а противостоит им Доктор Дум, собравший под своими знаменами различных злодеев, таких как Локи, Зеленый Гоблин, Магнето и прочих. Геймплей игры в целом нисколько не изменился. Мы все так же носимся по уровням, построенным из Лего, разрушаем все подряд, собираем коины, ищем секреты и решаем несложные задачки. Для этого нам дают почти 150 героев вселенной Марвел. Есть где разгуляться. У каждого из них есть свои уникальные способности. Паук умеет ползать по стенам и забираться в труднодоступные места, Черная Вдова может стать невидимой, а Капитан Америка тушит огонь своим щитом. После того, как уровень пройден, по нему можно еще раз пробежаться уже другими героями или злодеями, чтобы найти все секреты и выжать максимум из этой локации. А теперь перейдем к тем самым нюансам. Начну я с главного. Это бешеный пиар Диснея своего пока что главного приобретения, Марвел, и в особенности Мстителей. После того, как они выстрелили, что в принципе неудивительно, нас к ним готовили несколько лет подряд, Микки Маусы самым постыдным образом решили срубить бабла, пока франшиза еще тепленькая. Тут же анонсировали заведомо провальный сериал «Щит», который «Щитом» и оказался, который являл собой какое-то странное шоу без каких-либо знаковых героев и актеров, кроме героя Коулсона. Затем быстренько состряпали «Ultimate Spider-Man», это ужасный сериал для школьников, где Питер Паркер не шутит, а просто придуривается и поясничает. Зато туда воткнули в качестве камео всех героев «Мстителей», а теперь еще и сделали лего-игру. Нет, не подумайте ничего плохого, Marvel Super Heroes сделано очень качественно, но просто здесь видно то самое влияние Disney, которое выражается в шутках-прибаутках. Тут я подхожу ко второму нюансу. Штука в том, что после «Звездных войн» я так и не поиграл ни в одну лего-игру. И вот после такого большого перерыва визуальная разница просто огромна. Графика стала намного круче. Фактически это уже готовый фильм, которых, к слову, в последнее время стало как-то слишком много. И по «Бэтмену» сделали, и по «Звездным войнам» сериал запилили, видел недавно серию. И новый вот лего-муви готовят в 2014 году. По крайней мере, вот это вот все сходство видно в катсценах. Кроме того, авторы завезли дико эпичный саунд, который не просто неожиданно слышит в такой пародии игре, его и в серьезных-то проектах не всегда дождешься. Как итог всего этого, появилась вполне себе профессиональная озвучка лего-человечков. И вот тут Traveler's Tales наступают на грабли. Если вы помните, то те же Звездные войны славились именно пародийными моментами, которые разыгрывались безо всякой озвучки, были лишь некоторые звуки. И блин, при этом это было смешно. Сейчас же авторы на абсолютно серьезных щах, с классной графикой, с саундом демонстрируют какие-то пафосные диалоги, призванные вызвать восторг разве что у самых маленьких фанатов Железного Человека и прочих героев. Такая же ситуация и с шутками. Они какие-то банальные и словно рассчитаны исключительно на детей. Причем интересно, что в игре есть очень качественные стебные моменты, которые, внимание, происходят без диалогов в старом стиле TT Games. И вот на фоне этого все остальные разговоры кажутся не просто пафосными, а ужасно глупыми. Например, когда мистер Фантастик включает элеватор, Кэп спрашивает у него, действительно ли это такой быстрый способ догнать Октавиуса. На что тот отвечает, что назвал он эту штуку фантастиватор, и этот способ быстрее, чем бежать по лестнице. Так прикол в том, что пока мы активируем
построивали этот самый фантастиватор, прошло уже столько времени, что можно было давно по этой лестнице подняться. Видно, что разработчики попытались максимально охватить возможную аудиторию. От фанатов, которые проходят лего-игры на 100%, выбивая все монетки, персонажей и выискивая все секреты, и до простых зрителей кино и мультиков, которым больше ничего и не надо, кроме как толпы знакомых супергероев в кадре простой механики, деталей лего, пафоса и примитивного юмора. А вот лично я в этот диапазон как-то не попал. Тут вроде и фан-сервиса полно, и я все так же разбиваю все объекты на уровне, хотя, надо признать, это уже становится не так весело, как раньше. Зарабатываю максимум коинов и играю за других персонажей, в особенности за злодеев. Плюс тут еще картинка приятная и музыка, но нет Стёба. К примеру, когда я слышу, как Джей-Джей говорит Док Оку, мол, вы же доктор со степенью, может гляньте, что там у меня вот тут и тут болит? Ну блин, от фейспалма я удержаться не могу. Ведь Стёб — это самое главное для Лего игр, потому что именно Стёб отличает их от стандартных детских аркад с маркировкой 4 с плюсом, или какие там сейчас для самых-самых маленьких. Поэтому уж простите, Traveler's Tales, но в этот раз вам не зачет. На этом у меня все. С вами был Джокер, специально для канала Brain Ant. Подписывайтесь на наши каналы, и там много чего интересного. Продолжайте репостить, лайкать и комментить. Всем пока!